Всем привет, ребятки, и снова я, Микеле, и сегодня мы будем играть в Dust 3. Это такая игра, где тебе надо метро ехать, и рекорды взять, и там есть мобы, которые тебе, ну, там надо тебе построить свою машину, но не такой, какой ты хочешь, какая тебе еще есть. Ну да, я поиграл, но я не добыл новую машину. Есть только эти стартовые машины. Но я добыл скинчики. Вот это крутой скинчик. Я добыл его. И сегодня мы будем ехать с новой картой. Вот такая. Но здесь не будет эти обычные машины. Здесь будет эти специальные. А здесь вот. Ну, да, так просто. Здесь я попробую сегодня 10 тысяч. Откуда она взялась? Короче, да, это такая машина. Здесь надо еще построить эту машину. Здесь сразу она не построена. Так, здесь еще надо будет бензин налить. Так, положим. Ну что она делает? Она даже не помогает жить машину даже. Я съеду. Я побыстрее надо закончить часть машины, чтобы быстро съехать, чтобы она не ехала со мной. То она здесь все сделает не так, как надо. Да, здесь надо положить эту машину. Чего-то сложно. Пистолет, я его возьму, и здесь она совсем это делает. Ну что она делает? Пистолет. Я положу пистолет свой здесь. Ключевой пусть там будет. Так, садимся. Не надо. Я
жизнь. Почти новый. Не рекорд Максмейна 15 тысяч. Попробуем на 5. Я вам рекомендую эту игру, она крутая, смешная. Так, да, здесь мне надо будет ехать поаккуратнее. Не так, как в предыдущий раз. Потому все там просто так быстро ехало, потом мы и упали. Так, положим потом кучек, положим колеса, капот положим еще. Положишь. Фо, положили. Когда двери. Еще колесо. Здесь очень много бензина, это хорошо. Потому что здесь нет больше бензина. Этот надо залезть еще. Будет на два. Thank you.
Ну ладно, тогда на этом я буду заканчивать.